Дамы и господа, товарищи и друзья, я опять пригласил вас на сайт нашей городской газеты «Маяк» по адресу маяксбор.ру, чтобы вы вместе со мной полюбовались видом стройплощадки новых двух ядерных установок КЛС, на сооружение которых на днях выдал лицензию Роскомнадзор. Сообщает сайт газеты нашей «Городской маяк», что на строительство ЛАЭС новых двух энергоблоков выдана лицензия Роскомнадзором. Посмотрите, как выглядит красиво, они будут наяву. Да. Промышленная архитектура сделала громадный шаг вперед. Вот за то время, как я больше не тружусь ни на каких строительных объектах, то есть больше 30 лет назад. Вспомню только коробки блоков параллелепипеды первой и второй очереди ЛАЭС. Ну и строители еще поняли, что эстетика объектов помогает лучше реализовать их проект. А я в клипе заодно за непонимание пословицы: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Обращаюсь к людям всем с укором. И буду людям всем о ней напоминать, пока живу. Да. Замечательно, замечательно. Так что милости просим на сайт нашей городской газеты «Маяк». Там много интересного материалов из жизни нашего Атомграда.